Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 75, из раздела «Столбчатые и круговые диаграммы». Задача исследования. Рассмотрим диаграмму на рисунке 1.4 и ответим на вопросы. Первый. У кого в нашей стране больше, мужчин или женщин? В нашей стране больше женщин. Соотношение числа женщин на 1000 мужчин за период с 1897 года по 1939 год выросло на 66. Так как 1121 отнять 1055 будет 66. За период с 1939 года по 1959 год выросло на 122. 1243 отнять 1121 получится 122. За период с 1959 по 1989 год снизилось на 103. 1243 минус 1140 равно 103. За период с 1989 года по 2007 год выросло на 20. 1160 минус 1140. Больше всего женщин на 1000 мужчин приходилось в 1959 году, а меньше всего в 1897 году. Какие еще выводы можно сделать по этой диаграмме? В 1989 году численность населения страны была выше всего, а в 1897 году меньше всего. В 1897 году численность населения была самая маленькая, но при этом на 1000 мужчин приходилось меньше женщин, чем в другие года. Больше всего женщин было в 2007 году, а меньше всего в 1897 году. Больше всего мужчин было в 1989 году, а меньше всего в 1897 году. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.